28. Здесь что? Тут таймер. Заколебали вы с этой бегущей строкой. Так, ну посмотрим. Ну, как раз вот, как раз заканчивается. Миссия. Ну, вот сейчас мы отправим. Отправим. За пшеничкой радостный сбор. Может, тут найду где-то поближе. Ой, так мне надо было тут и вот 4 готовых фермы. И не надо было черти куда идти. Ну, сейчас посмотрим. Сколько будет тут собирать? Так. Thank you.
тоже неплохое месторождение. А чё ж я вот это лазил, чёрт его знает где, через поиск. Ну, будем знать, что у меня тут раз, два, три, четыре еще есть. На всякий случай. Хорошо. Ну что, на прощание заглянем сюда. Разграбим здесь одну вот такую вот гнездышку-то. Ну что вы заколебали? Так, и, пожалуй, что еще? На 28 монеток. Так, сейчас, дай бог памяти. Тут. Не туда нажал. Так, у меня тут с камнем не напряг. Вот напряг с обсидианом не напряг. Пшеницы явно не хватает, а с серебром тоже напряг, но серебра-то тут. На базаре нету. Так, ну, для лечения у меня полно всего. Купить, что ли, 4 шестеренки? Ну, давайте попробуем. И посмотрим, что тут. Это для дирижабля. Ну, тут такая сложная иерархическая система серых 5 шестеренок. Получается одна зеленая. Потом 5 зеленых, одна синяя. 5 синих, одна фиолетовая. Ну, это... А потом вот эта золотая. Не, это авторы, короче, что-то надо предложить попроще сделать игру. Или это они специально, чтоб у богатеньких не выдерживали нервы, и они покупали. Чтоб, так сказать, ускорить. Но я не знаю, что это за бизнес-план у авторов этой игры. Игра, безусловно, нормальная. Так, тихо. Вот тут есть улучшение. Больше нигде нету. Ну, все получается. Миссия до перезагрузки. Можно будет еще раз заглянуть. Слушайте, ну что это? Какой-то беспокойный король. Все посылает. Интересно, в
настройках. Есть, чтобы... Так, чтобы не бежала строка. Ну-ка посмотрим. Допустим, что получилось, это время по УТС, видите, на 3 часа разница, там еще в УТС еще 6 часов вечера. А, давайте выключим, вот это будет реально... Реально мое время. Ну что, я думаю, надо будет еще раз заглянуть. Через 4 часа. Это получается в час ночи. Заглянуть, посмотреть, сколько пшеницы нам насобирают. Опять зарядить всех на сбор пшеницы, отправить. Ну, надо что-то же делать, а то так и будем торчать с этой игрой. 16 минут ночи. Осталось до обновления 45 минут. Ну, сейчас посмотрим, что тут произошло. Сделаем какие-то манипуляции перед обновлением. Так. А произошло тут следующее. Во-первых, ресурсы собраны, которых мы отправляли за пшеницей. Вот они все. Все явились, не запылились. Сделали мы сейчас вот последнее ежедневное испытание, помогли кому-то в альянсе. И главное, сейчас смотрим. А нифига, что у нас эти ресурсы
собирали. А, нет, вот сейчас. Подождите. Так. Вот сейчас оприходовали. Так, вот теперь посмотрим. Сейчас. Ну-ка. Да что ж такое, сколько ж мне эту пшеницу собирать в конце-то концов. Стойкости прибавилось целых 272 единицы. Это хорошо. Поиск. Тридцать четвертое. Атаковать. И 32 атаковать. Распустим кооперацию. Теперь полечить надо. Хорошо.
Еще 6 штук. И мы ошибка Альянса вот это вот выполним задание. Все мои стойкости. Видите? Прекрасно. Ну, теперь... По заранее намеченному плану я полечусь, затем отправлю четыре группы войск отправлю на поиски пшеницы. Так, 10 раз можно. Можно ограбить. Так вот, 5 раз. И еще 5. Целая 100 у меня. Ого. Я тут сейчас не слабо могу. Разогнаться. Так. Вот хорошо. И повысить
навыки, умений. Так, так, так. Красота. Через полчаса произойдет полная перезагрузка. Так, 85 минут. Так вот здесь пшеничка, вот здесь, вот здесь. Лавка, свитки, вот так. Thank you.
Да. Скажу я вам. Так, радостный сбор. Карта королевства. Ну вот я, как я говорил, вот здесь рядышком отправлю сейчас четыре команды, чтобы они далеко не бегали. За пшеничкой. На сегодня практически миссия выполнена. Ну, вот примерно так. Трудовой день закончен. А теперь, чтобы вот эту выполнить функцию, наверное, еще не один день понадобится. Сомневаюсь, что мы и за завтра наберем столько пшениц. Так. А потом, если наберем эту вот цитадель целую неделю, вот видите, 6 дней, 9 часов на улучшение надо потратить будет. Так что не обессудьте. Так, сейчас подождите, взгляну. Что еще? Так, разграбить теперь. Запросим пшеницы. Мега хотя бы столько. Хотя бы столько пшенички.
Ну, как-то так. На сегодня все. До новых встреч. Нет, подождите. Здесь же надо взглянуть на сшивку альянса. Ну, правильно. Пошло на сшивке задание 16 предсказаний. Ну, это легкотня. И здесь тоже следующее задание, тоже легкотня. Так что, вот теперь до встречи. Пока-пока.